известны еще с эпохи палеолита. Их признают самым полезным изобретением за всю историю человечества. И даже в 21 веке представить себе жизнь без них невозможно. Речь о ножах. Уже более 10 лет Ворсминский завод кованых ножей изготавливает ножи из различных типов стали. Алмазной, нержавеющей, так называемой узорчатой, дамаска, булата и других. Каждая сталь, она имеет свои преимущества. Вот. Например, если взять 95-ю сталь, это нержавейка абсолютная. Да, если взять дамаск, у него, во-первых, структура шикарная, во-вторых, очень хороший мягкий рез. Да, если взять булат, твердость, прочность. Мы используем много сталей разных. То есть как бы уже на любителей, кому что нравится. Предприятие изготавливает от кухонных, филейных и рыбацких ножей до эксклюзивных образцов авторской работы. Кстати, особую ножей Ворсмы не только клинок, то есть режущая часть. Для рукояти используют карельскую березу, берестяную кору, орех и березовый кап. Такие виды древесины отличаются своей прочностью, надежностью и долговечностью. Эти качества, которые вообще характерны для изделий Ворсминского завода, позволили предприятию выбиться в лидеры на рынке не только российском, но и среди стран СНГ и дальнего зарубежья.